Привет, друзья! Привет всем! У нас новый репортаж из нашей кошачьей жизни. Кошка, мама, нашла в мусорке что-то. Каждый вечер она лазит, каждую ночь в мусорный ящик в квартире. Ищет еду. И, в принципе, она бесцеремонно залазит на стол, тогда кто-то ест. Итак, она что-то нашла. Сейчас посмотрим, что она нашла. Пустой пакет. А, из-под молока. Она нашла пустой пакетик. Я сегодня делал блины для местных эквадорских моих друзей. Понесла назад. У нее 5 детей. Видите? С каждым днем все больше и больше. Вот тут 4. Вот тут еще один. И я закончил пакет молока. И даже не поделился с нашей красавицей негритой, что в переводе с испанского обозначает чернявая, чернышка, чернушка. В общем, прекрасная чернь, как сказали бы сербы. Так. Значит, давайте я вас познакомлю с нашими молодыми котиками, котятками. Тут такая прелесть, они каждый вечер играют. Очень мяукают звонко. Один из них пытается перегрызть мой провод во время зарядки телефона. Тут очень веселые, как видите, игры. Мне сегодня принесли пакет молока, а я забыл поделиться с нашей матерью-героиней. О, какая тут у нас оживленная идет борьба. Видите, что творится? Эти двое друг с другом, этот вообще с хвостом воюет, с хвостиком своим. О, сейчас они уже вдвоем будут драться. Он только что шел, смотри, посмотри, что творится. Видите, ты посмотри, что творится. Mortal Kombat. Вот это красивый такой, видите? Короче, все 5 и все разные. Этот уже уничтожает диван. И вот тут еще двое. Так, уже трое. Трое в кучу. Так, 2-2. 2-2, пошла война, 2-2. Посмотрим, кто же победит. Один убежал. Красивый. Самое интересное, как они вылазят. Они вылазят при помощи когтей, залазят куда угодно. Ух ты, мой хороший. Как тебя зовут? Признавайся. Да. Мой маленький. Блинчики не дали, молока не дали, да? Сволочи, туристы. А этот пытается что-то еще найти в пакете из-под молока, в пустом. Так, продолжаем смотр схватки. Этот уже диван доедает. В общем, с ними очень весело. Тут еще есть сумасшедшая собака, которая постоянно гавкает.
Это называется «Бои без правил». Все в кучу, все на одного, и каждый сам за себя. Ай, упал. Не с кем бороться. Сейчас они сойдутся. Давай. А, я же говорил, сойдутся. Самое интересное, как они спят. Они спят все пятеро в кучу, вместе на маме лежат. Кормятся материнским молоком до сих пор. И при этом издают очень такие забавные звуки. Общаются очень много, очень громко. Мяукают все шесть. В общем, они будут скоро укладываться спать, и я вам обязательно покажу этот процесс, очень такой музыкальный. Я надеюсь, это скоро произойдет. Так, друзья, впереди много интересного. Мы находимся в Эквадоре, на юге, и эквадорцы очень добрые люди, они любят животных, и чтобы узнать еще много-много интересного, надо обязательно подписаться на этот канал. Ставим лайки, жмем колокольчики. Идем посмотрим. Подписываемся на этот канал. О, они печеньку нашли. Какую-то. Значит, подписываемся на этот канал. Колокольчик делаем черного цвета. Обязательно. Делимся роликом с друзьями и пишем комментарий внизу. Всем спасибо, друзья. Мусорку перевернули. Какую-то печеньку нашли. Сейчас они тут ночью ревизию сделают. Сейчас мы тут похозяйничаем. Уже бананы сейчас, бананы топчут. А, кстати, они отличаются. Есть большие бананы, они называются платаны. Их жарят, они не сладкие. Вот, а маленькие, чуть поменьше, они сладкие. А, их жарить не обязательно. Ну, в общем, это Эквадор, самая банановая страна мира. Здесь есть еще много наркотиков, животных и много интересного. И, конечно же, красивой природы. Друзья, я надеюсь, мы с вами увидимся в следующих роликах. Я уже много лет путешествую вокруг света, и впереди еще также очень много интересного. Поэтому спасибо всем за просмотр. Увидимся на краю света. Целую, обнимаю.